20 век – время открытий и великих свершений. Это век космического прорыва, начало атомной эры и создания революционной медицины. Но еще это столетие потомкам запомнилось страшными войнами – гражданской и Великой Отечественной, которые унесли миллионы жизней. Память о них сохранилась в фото- и видеосъемке. На тот момент самых объективных и в то же время молчаливых свидетелей событий. Поэтому не стоит забывать, что всегда было и остается слово. Слово художественное, с которым трудно поспорить, так как именно оно помогает понять и почувствовать то, что застыло на пожелтевших фотографиях и в ускоренных кадрах немого кино. Военный Харьков тоже остался на старых фотографиях и кинопленках, и эти материалы бесценны. Но нам, харьковчанам, не менее интересны описания событий тех лет, которые не очень внимательный читатель, может быть, и не заметит в текстах таких известных писателей, как Виктор Астафьев, Демьян Бедный, Аркадий Гайдар и Михаил Шолохов. Но они ценны для всех, кто любит этот город и кто помнит его поражения и победы. Но с трех сторон уже подходили к области колонны красногвардейцев. В Харькове, в Воронеже накапливались силы для удара. Висели над Доном тучи, сгущались, чернели. Орудийный гром первых боев уже несли ветры с Украины. Михаил Шолохов, «Тихий Дон». А ветры с Украины несли большие перемены. Падение царского режима, период полного безвластия и попытки превратить страну в отдельное государство. Обещая всевозможные блага, словно из ниоткуда появлялись новые политические лидеры и сменялись один за другим. Харьков в то время поделился на белых и красных. И вскоре уже не ветры, а настоящий ураган пронесся над территорией Украины. Власть Советов применила страшное оружие – красный террор. В противовес действиям большевиков добровольческая армия под командованием генерала Владимира Зиновича Маймаевского вплотную приблизилась к Харькову. Организатором и идейным вдохновителем этой армии был генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин. Деникин неудержимо прет и ширится во все стороны. Уже давно после геройской защиты пал Харьков, уже болтаются на фонарных столбах трупы рабочих Екатеринослава. Аркадий Гайдар в дни пораженных побед. Несомненно, пораженные победы были и у красных, и у белых. В 1919 году войска Деникина, пройдя через железнодорожную ветку, вошли в Харьков по улице Кузнечной и заняли город. На этой кинопленке сохранился приезд Деникина в Харьков как победителя. В честь его прибытия состоялся шикарный парад на Университетской площади. Жители города и общественных организаций преподнесли главнокомандующему хлеб-соль на специальном блюде. Оно и сейчас хранится в Центральном музее вооруженных сил в Москве. Город в последний раз жил, как во времена царской России, но этот период был недолгим. Заняли Харьков красные 11 декабря. С трех сторон был обойден город – с юга, с запада и с востока. И только по одной неперехваченной дороге на Изюм и Попасную неслись один за другим эшелоны с отступающими и беженцами. Третий раз Харьков стал красным. Аркадий Гайдар в дни пораженных побед. Стал красным, то есть советским. Со временем он превратится в первую столицу, станет крупным научным и производственным центром, позже отдаст столичное первенство Киеву, но не утратит столичного статуса и прославится на весь Советский Союз как город-интеллектуал. И последующие 20 лет Харьков проживет без масштабных военных действий, до тех пор, пока не наступит 22 июня 1941 года. Thank you.
Потери в дивизии были малоощутимы. Командующему армией дивизии генерала Лохонина боевой собрано-действующий кулачок шибко приглянулось, и он держал ее в резерве на всякий случай. Такой случай наступил под Харьковом, где наши бойко наступавшие войска влезли в мешок, специально для них немцами приготовленный. Начав ретиво наступать, еще ретиве драпали доблестные войска, сминая на своем пути прежде всего свои же штабы, где высокомудрые начальники натарели уже наступать сзади, отступать спереди. Виктор Астафьев, проклятый и убитый. Генерал Лохонин – вымышленный персонаж, но немецкая ловушка, в которую попали советские солдаты, действительно была. Под Изюмом в январе 1942-го. Тогда в окружении и плену оказались значительные силы Красной Армии – более 200 тысяч человек. Судьба этих людей неизвестна. Но их братские могилы, на которых, как мы знаем, не ставят крестов, о многом могли бы рассказать. О том, какой была война на самом деле. Харьков после войны превратился в руину, но, к удивлению, его сердце и символ, здание «Газпрома», уцелело. Воздушные атаки и выстрелы оставили следы на стенах монолитного бетонного строения, но не сломили окончательно. И сегодня, словно символ непобедимости, он возвышается над площадью свободы. Над Харьковом взвелось родное знамя, и засияла вновь советская звезда. Он снова наш, он снова с нами, освобожденный навсегда. Пусть Харьков разорен, пусть он полуруина, неповрежденного пусть нету в нем угла, но в нем родная Украина залог победы обрела. Демьян Бедный, над Харьковом взвелось родное знамя. Харьков не стал городом-героем, хотя пострадал не меньше Севастополя или Керчи, Киева или Москвы, был разрушен практически полностью. Пережил трехлетнюю оккупацию и массовые расстрелы, а численность жителей Харькова уменьшилась в несколько раз, но званием героя его не удостоили. Почему? Пускай об этом спорят историки, но в том, что война закончилась победой, Харьков сыграл особую роль. Если вспомнить, то именно у нас, из ворот завода имени Малышева, тогда Харьковского паровозостроительного завода Коминтерна, вышла знаменитая военная техника, известная модель танка Т-34, созданная по проекту харьковского конструктора Михаила Кошкина. Здесь же была разработана система залпового огня, которая впоследствии получила название «Катюша». Перечислять достоинства Харькова в Великой Победе можно было бы еще долго. И, к сожалению, многого мы уже не узнаем, как не узнаем имена тех, кто отдал свои жизни за освобождение этого города.